Доброго времени суток, господа. На календаре у нас 1 сентября. Это означает, что у нас новости в Red Dead Online. И я, его ведущий Сократ, коротко о главном к этому часу. Dead Online снова пошел на спад. О чем это говорит, узнаете в этом выпуске. Новое добавление к бандитскому абонементу хэллоуинскому, который выйдет у нас в день Хэллоуина в октябре. И как выглядит новое оружие и одежда в этом выпуске. Rockstar фиксит старые баги. Несмотря на то, что количество игроков в сессии снова 20+, к чему это приведет и что на данный момент происходит в этом выпуске. Вырезанный контент из обновления Naturalist. Что вырезали и что могло бы быть, если бы это дожило до финальной части. Еженедельное обновление в Red Dead Online и многое-многое другое. Погнали! В первую очередь хочется сказать про онлайн. Он падает. На данный момент по Стиму максималочка у нас 15 тысяч человек. Не будем забывать, что часть из них играет в компанию, часть из них использует модификации, также сидит в компании. Сколько на данный момент играет в онлайн игроков, к сожалению, я вам сказать не могу. Однако цифры Стима говорят нам о многом, что все, больше скачка до выхода обновления Хэллоуина не будет. Отток по всем дискордам виден невооруженным глазом. Люди разбежались по разным проектам. Самые лютые хардкорщики только остались. Кстати, игроки пришли в ярость после недавнего обнуления аккаунтов в GTA Online. Извините, что я привожу пример GTA Online, но сейчас вы поймете, к чему я это говорю. В последнее время на улицах Лос-Сантоса стало гораздо пустыней, за что скажем спасибо недавней дисциплинарной волне обнуления аккаунтов в GTA Online. Rockstar решили как следует наказать игроков, злоупотреблявших так называемым гличем с гаражами, который позволял получать невероятно огромные денежные суммы практически без каких-либо усилий и затрат по времени. К чему я это веду? К тому, что Rockstar банит тех, кто накручивает себе деньги, потому что деньги — это доход Rockstar путем покупки карт акулы в GTA Online и покупки слитков в Red Dead Online. За гличи по накрутке денег вас забанят. Большинство блогеров, ютуберов, которые занимаются GTA Online, хайпанули на этом гличе. Как быстро заработать кучу долларов за 2 минуты времени. Но при этом предупреждали в своих видео, что вас могут забанить. На да, они просмотры получили, они молодцы, базара ноль, к ним предъяв нету. Но они вывели в массовое употребление этим гличем. За что им отдельное спасибо, что люди, которые недобросовестно относятся к заработку денег от игры Rockstar, улетели в бананию. Ждем волну банов уже по читакам, все-таки сколько времени-то прошло. Мачете с черепом, который войдет в состав хэллоуинского абонемента даже без текстуры. Посмотрите, как он выглядит. Я прям уже хочу его. Я буду играть только с ним. Возьму гаденыша и буду играть только с этим мачете. Я заново научусь использовать холодное оружие. Блин, как же божественно он выглядит. Rockstar пофиксили подбор игроков в свободном режиме Red Dead Online. Теперь в сессиях снова по 20+ игроков. Скорее всего, возвращение игроков также снизил шанс появления случайных событий и легендарных животных. Напомню, что на прошлой неделе в Red Dead Online произошел один из самых лучших багов, благодаря которому все сессии становились почти соло, а случайные события легендарные животные спаунились в невероятных количествах. И тут я вам хочу сказать про наш файлик, который позволяет вам находиться в соло-сессии с вашими друзьями неограниченное количество, ну, естественно, до 32, и вы постоянно будете использовать спаун легендарных животных, случайные события, противоборство, все для вас. Используйте файлик, ссылки в описании к этому ролику. Безусловно, ребята, этот выпуск не был бы таким насыщенным на столь огромное количество информации, как если бы не группа ВКонтакте Red Dead Redemption 2 Expert. Именно в этой группе я получаю часть информации, которую вы видите в этом ролике. Очень классный подбор вопросов от вас, где вывешивают их на стену, и в комментариях вы можете получить ответ. Не всегда вы можете получить ответ от блогеров, от ютуберов, искать кучу всяких материалов тоже не вариант, а тут обратились к администратору, вы задали вопрос, вся группа его увидела, вы получили ответ. Более того, последняя информация, посвященная только Red Dead Redemption, без всякого мусора, связанного с GTA и всем остальным. Подписывайтесь обязательно, ставьте лайки
И также огромное спасибо нашим спонсорам. А именно, Вовка СПБ, Алексей Котов, Морс Анастасия, Готик Next, Виктор Попов, Макс Бобс, Пакинтос, а также другие спонсоры. Ребята, вы действительно можете поддержать меня на выпуск новых роликов всего от 49 рублей в месяц. Оформляйте спонсорскую подписку, поддержите вашего любимого ютубера, и вместе мы будем создавать с вами действительно годный контент по Red Dead Redemption и не только. Если вы уже натыкались на этот скриншот с окровавленным пончо в своей ленте, то наверняка подумали, что его добавят в Red Dead Online. Так вот, на самом деле нет. Это прошлогодняя пончо, часть костюма хищника из режима противоборства под покровом ночи, и игрокам его вряд ли когда-нибудь выдадут. Однако, есть и другая точка зрения, утверждающая на то, что старый контент в Red Dead Online возобновляется, и у нас были одежды из ограниченной серии, которые возвращали. Я думаю, что скорее всего такую текстуру, которую использовали, такую одежду, которую уже использовали, нет смысла таить и убрали в ящик, и только там условно у 100 человек, которые уже забили на игру, она будет. Это лично моя точка зрения. Реплики Гарриет найдены в файлах последнего обновления. Гарриет говорит: «Мы живем в сезон обмана и лжи. Животные говорят о масках и демонах». Скорее всего, имеется в виду все новые маски, как для хищников или игроков, так и для лошадей, которые появляются в Red Dead Online именно только в Хэллоуин и в этом году. Также вырезанная реплика. И давайте подумаем, к чему она могла быть. Существует редкая рыба, и я хотела бы попросить вас ее найти. Возможно, это было связано с легендарным животным, а именно рыбой, где нам, скорее всего, надо было бы поймать какую-то легендарную рыбу. Редкая рыба упоминается только один раз в более чем 600 найденных аудиофайлах, а саму модельку так и не удалось найти. То есть этот контент, если и был вырезан, то скорее всего будет применен где-то в последующих обновлениях, каких-то расширениях рыбалки или более того что-то другое. Было много предположений о том, что будет в Red Dead Online на Хэллоуин. Недавно датамайнеры нашли в файлах Red Dead Online животных-призраков, которые, похоже, связаны с появлением пейотов. Это в многопользовательском режиме. Пейот – аналог лофофора из GTA 5. Съев который персонаж превращается в животное. Модельки животных-призраков найдены на данный момент кабан, олень, опоссум и кролик. Скорее всего, это то, что увидят другие игроки, когда вы превратитесь в животное. Давайте вспомним одну из реплик Гарриет. Только представь себе, если бы вы могли бегать как опоссум или прыгать как кролик. Вероятно, все эти животные-призраки имеют прямое отношение к брошюрам о витализме, о которых многие спрашивают. Брошюры о витализме включают в себя 4 брошюры, что совпадает с количеством найденных животных-призраков. Ранее датамайнер Тес Фанс ответил на вопрос некоторых пользователей. У него спрашивали: там всего 4 брошюры, верно? И есть ли какая-то информация, указывающая на то, какие животные будут задействованы? Ответ Тес Фанс: олень, кролик, кабан и опоссум. Кроме того, Тес Фанс сообщил, что все эти предстоящие пиоты в Red Dead Online могут быть не такими веселыми, как в GTA Online. Животными будет временная связь и ограничена только той областью, в которой вы трансформировались. В мультиплеере Red Dead 1 был режим дуэли, где стрелялись сразу несколько игроков. А представьте, что будет, если введут этот режим в Red Dead Online. В твиттерах очень много зарубежных ютуберов просят ввести уже наконец-то режим дуэли. И все-таки ждем с нетерпением, на что это может быть похоже. Я не знаю, но надеюсь, что это будет красочно и прекрасно, как наши турниры. В Red Dead Online началась новая неделя скидок, бонусов и акций, а также появилось новое легендарное животное. До 7 сентября вдвое больше денег, золота и опыта за все режимы в хардкорной серии. Выполните задание по отслеживанию легендарного койота Млечный Путь, и вы получите награду. Это скидка 40% на любой предмет для натуралиста.
Добудьте образец койота, и вы получите скидку 40% на любой предмет роли для ветеранов. Войдите в Red Dead Online в любой день на этой неделе, вы получите в награду бесплатную рубашку до 15 уровня по своему выбору. В каталоге появились новые товары: шляпа Барель, шляпа Инкстоун и куртка Фарлинг. Игроки могут бесплатно переместить свою хижину самогонщика в любое место. Скидка 40% на все предметы для самогонщиков. Скидка в 3 золотых слитка на темы для бара. Скидка в 5 золотых слитков на роль самогонщика. Новое легендарное животное, как вы уже поняли, это койот. И берется только у Гаррет. В событиях свободного режима и собственно, в свободном режиме этого животного вы не встретите. Одежда из ограниченной серии. Это пальто Fernouter и жилет Hopeman. Скидка на костюмы самогонщиков. Скидка в конюшне на фольский рысак у нас за $90. И седло Иверс. Скидка у оружейника. Это оружейный пояс Леванса. Офигенный. Кстати, советую, во многих полных приговорах мы использовали именно его. Вариант самогонщик для дробовика Обрез за $270. Скидки в магазине самогонщиков и у Мэгги. Горючий самогон, ядовитый. Брошюра с рецептом ядовитого самогона. Расширение у бара. Музыканты. Темы оформления бара. Улучшение для бизнеса — это конденсатор, скидки у скупщика горючий самогон, скидки в магазине Мадам Назар, фляжка, перчатки Хольм и пряжка Дероу. Вот такое вот у нас обновление, вот такие у нас скидки, бонусы, акции. Очень жду, когда наконец-то у нас будут добавлены выплаты двойные, тройные, пятерные на охотника за головами. Потому что очень хочется вернуться в эту роль. И по поводу всех дальнейших будущих обновлений, смотрите в следующем видеоролике, обязательно вам расскажу.